Всем привет! Вы смотрите Черное море каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, Яндекс.Зен. Ссылочки в описании. Сегодня у нас 12 апреля. Поздравляю всех с Днем космонавтики. А погодка, к сожалению, нас сегодня не радует. На улице холодно. Температура 8-10 градусов. С самого утра льет дождь. Море штормит. И дождь ни на секунду вообще не прекращался сегодня. Людей мало. Не каждый захочет в такую погоду пойти гулять. А я для вас снимаю сегодняшний ролик. Время сейчас 5:30. Волны так и закидываются на берег. Достаточно серьезный шторм, конечно, не как в декабре, но волнение очень сильное. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите Черное море каждый день. Всем пока!